Итак, еще одно короткое видео о «За гранью света». Если ты уже высаживался на Европу и исследовал ее бескрайние снежные просторы, то наверняка натыкался на новое открытое публичное мероприятие. Называется оно «Бриги падших». В этом видео я расскажу, как активировать героический модификатор на этом мероприятии, благодаря чему ты получишь больше опыта, а значит, быстрее будешь прокачиваться в новом сезоне, да еще и увеличенный шанс на дополнительную награду героическое мероприятие нам обещает. В общем, на старте столь крупного дополнения эта небольшая инфа будет полезной. Ну и ко всему прочему, меня, как и многих других опытных игроков, сильно бесят случайные стражи, которые из-за незнания того, как мероприятие превратить в героическое, прилетают и просто стреляют во все, что движется, ломая тем самым механику прохождения самого ивента. Итак, открытое мероприятие «Бриги падших» представляет собой уничтожение трех небольших шагающих мехов падших. В начале мероприятия на каждом из них активно защитное поле, которое делает их полностью невосприимчивыми к урону. Для того, чтобы снять защиту, собравшимся игрокам следует захватывать специальные точки под небольшими пирамидами, которые будут появляться в разных местах локации. Постояли на точке, сняли щит, взорвали один из бригов. Важный момент. Когда снимаете щит с очередного брига, будьте готовы вливать в него всю мощь вашего вооружения, чтобы убить его как можно скорее. Иначе, если вашего урона не хватит, он вновь накинет на себя защитное поле, и ивент затянется на неизвестно сколько. Но снятие щитов и уничтожение трех роботов падших – это механика обычного ивента. Как сделать героик? В чем скрытая механика? Рассказываю. Когда вы будете стоять на точке под пирамидой, посмотрите наверх. Ее будут окружать и сканировать некие дроны. Вот эти самые дроны все и нужно отстрелить на каждой из трех точек, пока они захватываются. Как только будет разбит последний дрон на третьей точке, появится уведомление об активации героического публичного мероприятия. А на поле боя появится действительно громадный бриг. Уничтожайте его и всех остальных мобов, и все, забирайте награду. Еще раз повторюсь, особенно актуально героик мод активировать сейчас, когда все игроки заинтересованы в получении максимально большого количества опыта от каждой активности. Да и некоторые контракты и квесты также могут потребовать героик ивента, так что будьте внимательны, не обламывайте выполнение ивента себе и другим. Удачного лута, до связи!